В Южноуральском государственном университете открылось новое студенческое креативное пространство «Хобби-студия». Реализовать данную идею стало возможно с помощью гранта, выигранного ЮРГУ во всероссийском конкурсе молодежных проектов от «Росмолодежь». «Хобби-студия» разместилась в бывшей столовой общежития номер 2. Для полного оснащения были куплены различные предметы для творчества, мебель, а также была налажена коммуникация. Одним из главных особенностей пространства является дресс-код – фартуки с логотипом «Хобби-центра». Ну, хобби-центр в первую очередь предназначен для того, чтобы студенты могли попробовать что-то делать своими руками, вот, учились вот именно ручному труду, развивали какие-то свои хобби, потому что сейчас, ну, во-первых, это трендово, да, уже что-то переходить на ручное производство, а во-вторых, мне кажется, что это развивает какие-то определенные зоны мозга и вообще качество любого молодого человека, когда ты начинаешь что-то делать сам. И появляется какая-то ценность у того, что ты сделал собственными руками. Ты больше любишь эту вещь, ты дорожишь ею, потому что ты вложил в это свою силу, душу. В день открытия были проведены первые занятия, главная задача которых – расположить студентов к творчеству. Мастер-класс посетил и исполняющий обязанности ректора ЮРГУ Александр Вагнер. Он погрузился в творческую атмосферу и даже успел побывать в роли столяра, смастерив деревянный ящик. Всего хобби-студия включает 5 направлений – столярный, художественное, швейное, а также фото и видеодело. Здесь есть очень много современного оборудования для рукоделия на любой вкус. Вы можете прийти, сшить себе костюм. У нас сейчас ребята как раз ходят на мастер-класс по шитью. Можно прийти порисовать, взять мольберт и все краски, любые материалы. Студентам, еще не определившимся с творческим делом, помогут администраторы пространства. Также участники смогут не только создавать объекты искусства, но и попить чай, насладиться творческим процессом и спокойной атмосферой, найти друзей.